Здравствуйте, с вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать о коляске от компании Baby Jogger. Коляска называется City Elite, City Elite, кто как называет. Вот, вообще Baby Jogger это, можно сказать, один из лучших брендов на американском рынке. У них он как бы топ-топ, можно сказать. Поэтому я вынужден с ними согласиться, это реально классные коляски. И я считаю нужным вам о ней рассказать, потому что в ней много чего интересного. Вообще эта коляска предназначена для ежедневных прогулок по любой поверхности, будь то там снег, гравий, асфальт, парк, да что угодно. Для этого здесь все есть. Я вам сегодня об этом подробно все расскажу. Вот, но вначале расскажу вам о технических характеристиках этой коляски. Она предназначена для детей с 3 месяцев и до 5 лет. 5 лет. Потому что нагрузку выдерживает эта коляска вплоть до 30 килограмм. Если быть точным, 29,5 килограмм выдерживает вес ребенка эта коляска. При том, что она сама всего 11,9 килограмм весит. По-моему, достойно. Так, начнем мы с вами изучать ее сверху вниз. Как обычно, начнем с ручки. Ручка здесь не из губки, как это обычно бывает, такая поверхность, а именно резина. Она никогда у вас не износится, не порвется, не потрескается. Здесь вот все сделано вот в угоду прочности. Ручка, естественно, регулируется по высоте, реально в очень большом диапазоне, поэтому любой родитель любого роста подберет для себя нужную высоту. Также есть страховой такой вот ремешочек, чтобы она у вас не укатилась. Очень классно. Что еще мне понравилось, здесь между рамой и коляской есть такие вот три отсека, своего рода такой встроенный органайзер, куда можно положить телефончик, там, я не знаю, бутылочку, что-нибудь еще, салфеточки, в принципе, найдете, что туда положить, вещь полезная. Так, теперь давайте смотрим на козырек. И что мы видим? Он огромный, он действительно большой, и под любую ситуацию его хватит, что летом от солнца закрыть, что зимой от непогоды. В общем, вы видите, козырек очень большой. Что мне еще очень понравилось, здесь вот все до мелочей очень хорошо сделано. Вот этот отсек, например, он на магнитике, и на магнитике не только здесь, а и здесь тоже, потому что бывает такое, что магнитик здесь есть, а тут нет, и она вот как-то висит непонятно. А здесь все четко и грамотно. Такое же есть и с другой стороны. И есть еще и смотровое окошко. Смотровое окошко с пленочкой. Тоже закрывается сверху такими же магнитиками. Что касается материалов, используемых вообще в целом в коляске, тут вопросов никаких нет. В плане тактильно очень приятная. Это, знаете, такая вот джинса, можно сказать, но очень толстая джинса. Это, не знаю, но очень прочная вещь. Не знаю, как ее порвать вообще, как-то ножом разве что. Единственное, что вы, как ее сможете повредить. Я к тому, что ребенок и вы в простой жизни не повредите ткань никак. Очень классный материал. Он используется полностью на всей коляске. Так, что касается места для ребенка. Места здесь, вы видите, более чем достаточно. Вот эта часть, она в нее вшит такой своего рода матрасик мягенький. Что касается безопасности, все стандартно. Пятиточная система ремней, мягкие накладки на паховой и на плечевой зоне. Бампер тоже входит, сейчас он входит в комплектацию, точнее говоря, сейчас идет в подарок. Поэтому... как если будете покупать и вам его не дают, говорите, дайте обязательно, потому что сейчас он в России предлагается с бампером. Так, что касается подножки ребенка, здесь непривычная система, где вот щелкаешь и она там поднимается, опускается, а вот такая вот конструкция с металлическим ободом, поднимаем и ставим. Вот такая конструкция, она непривычна, она не имеет такую гибкость, гибкую регулировку, но здесь исключено
то, что вы его сломаете, ребенок его сломает. Если он на него встанет в другую конструкцию, то после его проломит. Здесь это хоть становись, что хочешь, он не сломается. По-моему, классно. Также и на самой раме подножечка есть. Так. Из фишек, что мне нравится, это особенность этой колясочки, помимо всей ее такой неубиваемости и внедорожности, здесь использован мой самый любимый тормоз. Я не люблю вот ногами, особенно где надо ковырять что-то, это не то. Здесь вот, все, мы заблокировали, ничего ногой мы не делаем. Обратно, поехали, ну, красота, по-моему. Так, давайте теперь посмотрим с вами на раму. Что из себя представляет рама? Кстати, ну, помимо того, что здесь прекрасная система амортизации, здесь вопросов нет. Комфорт ребенка будет как в S-классе. Все здорово. Вот, плавность хода замечательна благодаря этому всему. Особенно вот спереди вообще амортизация. Видите, она только пальчиком прям. Просто классно. Вот, здесь очень грамотно реализована система блокировки переднего колеса. Не нужно лезть туда под раму, где вы можете испачкать руки. Здесь все просто. Сверху здесь есть рычажок, который мы просто поворачиваем. Оно заблокировалось. Не нужно. Повернули пальчиком, поехали дальше. Вот это Adabrams. Очень круто, очень грамотное решение. Вот, когда нужно быстро, не пачкаясь. Так, давайте в двух словах про колеса. Колеса здесь резиновые. Они, насколько я понял, они надувные, но не обслуживаемые. Здесь нету ниппеля, он здесь заблокирован. Здесь очень прочная резина, и вы их не проколите, короче говоря. Многих топовых колясок используют такое решение. Не внутри, внутрь вам никак не попасть, ничего не заморачивайтесь. Оно мягкое, классное надувное колесо, но не надо его подкачивать. Вас производитель избавил вообще от этого головника. Вот, в этом плане все здорово. Так, еще знаете, что мне понравилось? Здесь очень интересная система реализована. Вот вы там багажник вы ее убираете, еще что-то. Очень легко отстегивается колесо. Вот кнопочку нажали. Все, вот видите. Чтобы, ну, не помещается, вдруг она у вас не помещается. Так, убрали колесико, бросили в багажник, и все здорово. Кстати, по поводу ширины колесной рамы, имейте в виду, стандартный лифт, он приблизительно 63 сантиметра, приблизительно, а эта коляска, ширину колесная база 66 сантиметров. Поэтому имейте в виду, если у вас лифт такой есть, придется вот как-то по-другому туда въезжать. Вот. Кстати, давайте сразу посмотрим на багажник. Багажник здесь достаточно большой, и что мне понравилось, вся вот эта сетка, она с резинкой, со всех сторон резинка, поэтому отодвинули, закинули туда что-нибудь, вот, и отлично, удобно все. Вот так, в принципе, что я вам не рассказал, в принципе, все, что надо было, рассказал. Вот теперь давайте подведем итоги. Как я говорил, Baby Jogger — это в Америке прям вообще круто-круто. В России тоже, можно сказать, один из лучших брендов. Конечно, у него есть конкуренты. Bumble Ride, Indy, например, хороший тоже вариант. Как говорится, у Joy есть тоже модель, Crosser называется. Чуть дешевле, конечно, Joy, но тоже интересный вариант. Поэтому не без конкурентов, но очень достойный вариант. Со своими фишками и плюсами. Поэтому стоит на него обратить внимание. Качеству претензий нет. Козырек большой. Материалы очень прочные. Вот эта система одна чего стоит. Вот это вот блокировки. Ну, такого я не припомню нигде. Очень круто. И то, что вот ручка сделана не из губки. Вот я очень это люблю, потому что губочка, она со временем набирает себе влагу. Вот это все, она разваливается. Здесь такой проблемы нет. И, конечно же, мой любимый ручной тормоз. Это прям вообще супер, супер круто. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал.
добавить мне больше нечего. Выбор, как всегда, остается за вами. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Это помогает мне делать для вас новые ролики. Не забываем это делать. Вот. И большое спасибо первой коляске за то, что предоставила на обзор Baby Jogger колясочку. Благодарю. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И удачи вам. До свидания.